Понятно, да, заказчик. Жох. А, мне нужно. Ладно, так вот. Собака, точка, Телефон. Раз, раз, раз. Нет. Мап. Раз. Адрес. Один. Заказать. Смотрим сюда. Админ. Где он? Вот он. Открываем. Все ли правильно? Имя, имейл, телефон, адрес, идентификатор. Этот самый на новую строчку. Согласны? Пробуем. Пробуем еще раз. Б. Два, Б, собака, Б, 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 Б. Два, два, два. Б, Б, Б. Два, два, два. Заказать. Отлично. Смотрим сюда. Как видите, все отлично, да? Да? Все. После этого удаляем этот файл. Мы его в тестовом режиме, да? Он нам не нужен. В тестовом режиме мы его гоняли. Да? Теперь здесь дописываем строчку вызова пока не существующей функции. Save. Order. На самом деле, да, сразу я просто, чтобы не возвращаться, дописываю. DT передаем туда, да? Зачем? В базе будем и order ID, и время заказа. Ну, не order ID или нет, но время заказа тоже будем хранить на всякий случай. Потому что я не знаю, да. Вполне возможно, что нам понадобится только в базе обратиться, да? Просто узнать там время, например, заказа. Правильно, да? Поэтому желательно, чтобы он хранился и там. Поскольку мы здесь таймом текущее время, да, вытащили, то там тайм уже может дать другое, да, время. Поэтому мы вытащили и обращаемся туда. Вот и все. Вот. Здесь мы... Вот. Главное все это делать, да? Здесь мы пробуем написать функцию. Function save order. На самом деле она у вас описана, да? Function save order. Date time, да, принимаем? Date сделаем так, да? Опять же, нам понадобится соединение и корзина. Поэтому импортируем. Global. Limp. Basket. Basket. Нам нужно выбрать все товары. Правильно, друзья мои, да? Обратите внимание, у нас уже есть эта выборка, которая нам нужна.